for the Kagai! Что нам за знамя дали? Проход указан на отряд. Блин. Давайте коням дадим. Все-таки у них нету дебафа за отпустить пленных. Так, опыт отрядов плюс один для всех новобранцев. Магический предмет. Скорость восполнения потерь, конечно, вообще как-то невероятно. 5 очков навыка в предыдущей группе. Ага. То бишь мне что-то из этого придется полностью прокачать. Ну ладно. Артес и Сарат хороший план. Shield of Athelloran. God King of the Deepwood, I live to serve Ariel. Setting forth. You have orders? А, блин, я же хотел разграбить этих придурков. Lord of the Forest. Ладно. Скурился с паладина до рыцаря смерти, а потом короля лича. Наркотики. You called? Малагу, Вагу и Квэр! Вот, блин, он что-то не особо сильно зарегенился так. Хотя ладно, тут армия говно. По идее, даже автобоем выйдет. Ну как, нехрен было... Во-первых, город сжигать, хотя... Когда он вот этот зараженный город сжег, это, по-моему, достаточно грамотное решение, на самом-то деле. Вряд ли там что-то другое можно было придумать. А вот когда он потащился... За Малганисом, это уже лишнее было. Зато из положительных моментов благодаря нему Сильванка появилась. А Сильванка топчик. Вот так вот. Люблю налеты. Это где? Охреневшие ретарды. Ну мы можем скакануть? Можем. Так. Ну, урон от выстрелов 15. Будешь холика издали стрелять, не знаю. Сейчас мы будем мани зарабатывать. Вернее, не мани, а янтарь. Так, ладно. Надо военный союз, в общем, выпрашивать у телейца. Greetings, stranger. Рок! Халявное дерево. Сейчас мы зварак возьмем еще и будет вообще найс. Чё-то. Вот мясо сгодится на корм собакам. Прикольно. Кстати, идеальный император говорит причину, почему он не хочет больше воевать. Конечно, вообще классно. Весь Рейкланд, блин, просрал. Вампиры, как обычно, тут веселятся, как могут.
Вот кто-кто, лакшери, по-моему, так это килтузадыч. Просто поднялся по карьерной лестнице. Lord of the Asrei, Rage of Kurnos. Ну, 5000. Ладно, за 7. I will grant your request. Не знаю, давайте. На мрамор, что ли, апнемся. Так, а торговать не могу с ними уже. По идее же могу. Почему нет? Я ж уже вроде как совместился с ними, нет? Отстой. Блин, мне сейчас надо будет что-то с этими ретардами делать. Мне их как-то убивать надо. Только как? Вопросики. Proud son of Athaloran. These are dark times. How can I assist? Кстати, чисто в теории, дай-ка. Wise indeed. Seeking unseen paths. Fury fair. Так, ну у меня сейчас немножко такое хреновое положение, поэтому я тупо автобоем проиграю и все. Автобой, я не знаю, он. Я должен потерять как минимум одну вот эту армию на самом деле. Но я потерял всего лишь 246. Glade Lord. Какое? Lady of the Glade. Ой, Lady of the Glade, блин. Не знаю, давай исцеляй земелю. Glade Lord, at your service. Так, товарищ дуб. Товарищ дуб, уклоняйся. Или нет? Пробуждайся. Вода. Чё за щит? Спас бросок 15% лесу армии. Ничего себе. Вот это, да. Вот это поворот. Вот это он, конечно, лакшери, пацан. Так, а кто у нас тут прокачался? Ловкие пальцы. В смысле, для всех новобранцев? Для всех-всех-всех в смысле? Или только для его армии? Давайте на единичку качнем. Там видно будет. Так, что там Жендос? Что там Эсман на Цивидос закинул? О, господи. Так, ну... Надеюсь, у них все получится, и они все-таки Карак и Зор не захватят, а? Ты чё, охренел? Старт. Ладно, хрен с ним. Один Эмбер у нас еще есть. Блять, почему я Эмбером эту хрень называю? Mm. Mm-hmm.
блядь. Джелли, здорово. Как Адончик. Шикарный. Вон красный герцог мне сейчас. Красный герцог восстал из мертвых. И дает моим маленьким поселениям люлей. Такая своеобразный геймплей за них. По сути, я себя чувствую какой-то ордой хаоса, которая только ходит, грабит все вокруг. И захватывает этот янтарь. У меня сейчас доход где-то минус 3800 заход. Я просто от города до города вот так вот бегаю. Благо с городов нормальных там где-то 1020 дают все-таки. Потом еще зверолюди в Исталии появляются по 200, как, блин, каждые ходов 10. Скучать не приходится, одним словом. Ну и, кстати, вот Музильону, как я понял, я не знаю, легендарный это лорд или нет. Но вот у них теперь вот этот красный барон или красный герцог сидит, как этот король фракции. А я всего лишь не досмотрел немножко. Я всего лишь немножко не досмотрел, у меня вампирское восстание появилось и дало мне по щам. Вот так вот. Да блин. Ready and able. Steady. Так вот, про тебя чуть не забыла, товарищ дерево. Ну, стой с своими деревьями. Просто этот красный герцог, он вообще дикий в том плане, что у него есть обилка одна, которая работает только либо на героев, либо на лордов. И она, во-первых, снижает спас-бросок на 20%, она защиту героя снижает на 60%, еще что-то... А, и замедляет люто. В общем, этот красный герцог просто убийца героев. Лютый. Мне есть одно, но пока не до вахи. Да, понимаю. Декабрь. Охот, слушай, я что-то не помню. 100 с чем-то уже, наверное. Просто я еще как играю, я... Тут, по сути, есть два варианта. Либо ты сразу захватываешь всех своих лесных друзей, вот этих, там, три фракции. Или как минимум одну. Либо с ними корешишься. Я с ними вот закорешился. Я надеюсь, что... Когда хаос... Ну, когда Архаон вторгнется, я с ними конфедерацию благополучно сделаю, и все. И буду доволен. В принципе, когда у тебя целиком... Если у тебя целиковый отель Лорен есть, он денег приносит просто тонну. Угу. Но это компенсируется тем, что это все-таки только на героев работает, и... Он сам не особо мобильный. Кстати, если пройдете эту мини-кампанию за лесных эльфов, в мультиплеере Музильон будет вам доступен с этим легендарным лордом. Ну, для кастомных и мультиплеер битв. Откуда в армии деревья взялись? Так это гарнизон.